Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Всем привет! С вами я, Неля Галушкина, и вы смотрите медиа-репортаж на телеканале КМА. По инициативе Европейской организации EURARDIS ежегодно 29 февраля проводится День редких заболеваний. В невисокосные годы этот день отмечается 28 февраля. Сегодня мы находимся в университете Туран, где организован благотворительный вечер, посвященный этому дню. Вечер организовал фонд «Өмүргесен». Здравствуйте, я Сабиля Шугелова, я являюсь учредителем и директором общественного фонда «Өмүргесен». Наш фонд поддерживает пациентов с нервно-мышечными заболеваниями. Это очень сложные, редкие генетические заболевания. Мы проводим благотворительную ярмарку и благотворительный концерт. Все средства, собранные от этого мероприятия, будут направлены на помощь нашим подопечным, ребятам с нервно-мышечными заболеваниями. Вот наступил этот долгожданный день, когда мы уверенно говорим, фонд «Өмүргесен» собрал всех своих друзей в стенах замечательного университета города Алматы, Туран. Благодарим вас, друзья, что пришли поддержать нас и наших ребят, подопечных фонда с редкими нервно-мышечными заболеваниями. Владислав, как вы думаете, кто незаменимый помощник у работающих родителей в воспитании детей? Я думаю, что все со мной согласятся, что это, конечно же, наши любимые дедушки и бабушки. Поэтому, друзья, я хочу прямо сейчас под ваши аплодисменты пригласить наших следующих гостей. Это возрастная группа «Саран» студии «Намсон». Давайте встретим громкими, бурными аплодисментами. Узнал ли ты сегодня что-то новое или что-то важное для себя на этом концерте? Я осознал, что надо всегда помогать людям, всегда помогать им, максимум помочь. Это все доброта. У нас в мире хватит зла, и думаю, всегда делать доброту. Вот я осознал, что здесь надо делать всегда доброту. Благодарим всех, кто сегодня здесь с нами, благодарим всех, кто нас поддерживает. Благодарим университет Туран, который открыл сегодня двери для нашей ярмарки, для такого замечательного концерта с такими замечательными участниками. Надеемся, что вам сегодня понравится. Мы очень старались. Организаторами этого мероприятия являлись как преподаватели и студенты вуза университета Туран, так и подопечные, сотрудники нашего фонда. Благотворительный концерт жақсы, өте керемет. Бізде осындай басқа да деңгей жоғары компаниялармен бірге осындай жерге шақырылып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Біздің де үлесіміз тиіп жатқанынан балалар ауырмасын. Сегодня көптеген информациялар алып жатырмыз. Әртүрлі компаниямен, жетекшілермен танысып жатырмыз. Жан жақтағы компаниядағы. Музыка.
Подопечными нашего фонда являются ребята, мальчики, девочки, взрослые люди с нервно-мышечными заболеваниями. Это очень редкие и тяжело протекающие генетические заболевания. Так как эти заболевания очень редкие, не все люди о них знают. Не все специалисты всегда хорошо распознают эти диагнозы. Поэтому говорить об этом, говорить о том, что такие заболевания есть, говорить о том, что есть люди особенные с такими заболеваниями, нужно, потому что им требуется большая поддержка, им требуется большая материальная, социальная поддержка, им требуется поддержка со стороны государства и общества. Три года назад у меня сына диагноз поставили, и я познакомился с этим фондом «Өмірге сен», ну, «Вер в жизни». И сейчас, пока у меня сын нормально ходит, я сейчас стараюсь каждый раз, каждую ярмарку помогать, которые нуждающим дети есть, которые не ходящие. Сегодня я 500 штук жарила. Пирожки были еще, принесла здесь, ну, удачно, я все продала. Это деньги уйдет нуждающим детям, которые надо коляску покупать, еще что-то. Компания «Авентус Казахстан». Эта компания является постоянным нашим спонсором. Ежемесячно мы получаем денежную помощь, благодаря которой мы можем обеспечить наших ребят и специальными тренажерами, и с приспособлениями для дыхания, и ортопедическими изделиями. Эта компания постоянно является одним из самых крупных и ведущих спонсоров нашего фонда «Өмірге сен». Благодарим учредителей, благодарим директора Антона Владимировича и коллектив компании «Авентус». Хотелось бы выразить слова благодарности университету «Туран», фонду «Өмірге сен», и также пожелать всем крепкого здоровья. Попала на этот концерт? Ну, я выступаю здесь. И мой сам племянник состоит в этом фонде, и мне не безразлична эта тема, и я решила принять участие хоть как-то. Ты узнала сегодня что-то новое, что-то важное для себя? Я узнала относительно болезни вот этих вот орфанных, поточнее, вот, да. Представитель телеканала КМА, выражаем огромную благодарность вам за сегодняшний репортаж. Совсем скоро на всех на телеканале КМА, ну а также в YouTube-канале вы можете посмотреть репортаж о сегодняшнем мероприятии. Спасибо еще раз телеканалу КМА. Благодарим. Сегодня мы с вами побывали в университете Туран на благотворительном вечере, приуроченном Дню редких заболеваний. Это мероприятие проводится ежегодно в последний день зимы для того, чтобы привлечь внимание общественности к людям, больным редкими заболеваниями. И Казахстанская медиа-академия не остается в стороне. Вы смотрели медиа-репортаж на телеканале КМА. С вами была я, Неля Галушкина. Медиа-репортаж.